Друзья, всем привет! Продолжается сезон заготовок на зиму, и сегодня я хочу с вами приготовить вкусный цветной и яркий салат «Калейдоскоп». Овощной салат на зиму готовится достаточно просто и быстро. В итоге зимой у вас в запасе будет прекрасная добавка к любому гарниру. Этот салат вас порадует в холодные дни и напомнит о красочном лете. Итак, для начала я нарезаю 1 кг красных мясистых помидоров. Помидоры разрезаю пополам, вырезаю плодоножку и нарезаю кусочками. Не рекомендую вам овощи нарезать очень мелко, иначе в процессе приготовления они у вас просто превратятся в кашу. Далее кружочками нарезаю 1 кг огурцов. На терке для корейской моркови натираю 300 грамм моркови. Перьями нарезаю 300 грамм репчатого лука. Далее кусочками нарезаю болгарский перец. Для приготовления мне его необходимо взять 250 грамм. Чтобы салат получился остренький, я нарезаю одну острую перчинку вместе с семенами. А сейчас беру самую большую кастрюлю и начинаю все соединять. Отправляю в кастрюлю острый перец, болгарский перец, морковь, репчатый лук, огурцы, помидоры. И сюда же добавляю 500 грамм капусты. Добавляю 4 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки с горкой соли, 5 зубчиков чеснока, я пропустила чеснок через пресс. Вливаю уксус 9%, 5 столовых ложек и 100 мл растительного масла без запаха. Сюда же добавляю много-много зелени. Из зелени я взяла 20 грамм петрушки и 20 грамм укропа. Далее необходимо все очень хорошо перемешать и оставить салат, чтобы он постоял при комнатной температуре 2 часа. За это время овощи пустят сок. Примерно каждые 30 минут салат я перемешивала, и в итоге у меня получилось очень много сока. Продолжаем готовить дальше. Для заготовки мне потребуются банки объемом 1 литр. Банки я не стерилизую, а просто мою содой и высушиваю, ну а крышки кипячу. Банки заполняю овощами плотно до самого верха. Салат получается очень аппетитный, хрустящий и красочный. Сок разливаю по банкам. Друзья, такая заготовка очень хорошо хранится всю зиму при комнатной температуре. Как видите, у меня немного сока осталось, он уже мне не понадобится. Заполненные банки я прикрываю крышками, не закручивая, и отправляю всю эту красоту стерилизоваться. Для этого мне потребуется большая кастрюля. На дно кастрюли я кладу салфетку, банки ставлю в кастрюлю и заливаю теплой водой. С момента закипания воды в кастрюле я стерилизую банки с салатом 20 минут. Через 20 минут банки достаю, переворачиваю на крышку, укутываю полотенцем и оставляю до полного остывания. И если вам понравился рецепт приготовления вкусного салата на зиму «Калейдоскоп», ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. Всем пока-пока!